Войти в проект по выпуску криптовалюты «El Petro», обеспеченной нефтью, призвал президент Венесуэлы Николас Мадуро страны Боливарианского альянса, состоящего из 10 государств. Мадуро приказал выделить более 5 миллиардов баррелей сырой нефти для поддержки новой валюты и заказал выпуск первых 100 миллионов «El Petro». Однако парламент Венесуэлы объявил криптовалюту незаконной. Центробанк Венесуэлы организовал семинар, на котором был подготовлен ответ на решение парламента. Министр по делам молодежи и спорта Педро Инфанте заявил, что венесуэльская молодежь предложит парламенту создать специальную комиссию, которая будет отвечать за внедрение финансовой системы на основе криптовалюты «El Petro».